Всем привет, доброе утро, и наше с Димой утро началось с домашнего задания, которое нам сегодня нужно сдать в универ. Вот, и мы сейчас вот сидим, делаем. Смотрите, у меня не было листка, я писала на пакетике с Зары. Это так символично. Это случается, когда вы на каникулах, и вам нужно сделать какую-то работу. Вот, вы пишете на пакетиках с Зары. В общем, так, мы сейчас сдадим задание и пойдем гулять. Я сейчас вам покажу, насколько Париж популярный среди авиарейсов. Вот наглядный пример миллиарда, просто миллиарда этих, блин, рейсов. Вон даже самолет полетел, вон он маленький такой. Посмотрите, сколько этих полос. Вы представляете, сколько только что здесь пролетело вообще самолетов. Вот, кстати, наша улица. Очень милая. В общем, у нас появилась одна сегодня такая идея. Мы сейчас пойдем в одно такое место. Обедать, пикник. В таком месте. Вы про такое место никогда в жизни даже и не видели, и не знали. Не знали. Да. Так что мы туда пошли. Покажу, что мы с собой взяли. Вот это место. Да ладно, я пошутила. Вот. Вот. Так, мы взяли с собой кофе. Мы еще сделали его дома. Китайское мясо в карамели. Потом здесь похоже на спринг роллы. Нудлс. Это с мяском вообще-то. Вот. Виноград и гвоздь программы Камамбер. Мы зашли в торговый центр. Кстати, я немножко загорел. Да, потому что здесь сегодня очень жарко. Ну, сегодня не очень жарко, сегодня такая хорошая температура. Вот, было плюс 19, но с солнцем я, как видите, немножечко загорел. А вот позавчера, да, день назад, вот была ужасно жаркая температура, было плюс 24, и я вообще, тогда мы с Катей вот тогда вот и почти чуть-чуть не сгорели. Да, сейчас мы зашли в торговый центр, потому что Катя хочет что-то посмотреть, что-то купить. Померяла такой вот сарафан. Он мне нравится, потому что он простой, и я хочу сюда какие-то значки повесить, и он будет такой вообще. Фэнси-фэнси. И еще я взяла футболку. Сейчас покажу. Да-да-да. Такая футболка. Она простая и дешевая, поэтому я, наверное, ее куплю. А мы сейчас гуляем по Парижу, что мы делаем уже неделю, да. Не, чуть меньше. Вот, и мы так, походив, погуляв по Парижу, мы можем смело сказать, что Париж далеко не маленький город. Не такой он уже и маленький. Несмотря на то, что он, по-моему, 100 квадратных километров, да, 100?
меньше. Ну, вроде да. Вроде он как-то в 8 или в 9 раз меньше, чем Киев. Вот откуда мы. Но по ощущениям он большой. Да, вот. Просто здесь очень много маленьких улочек. И здесь на самом деле еще такой прикол здесь, что если вы едете на автобусе или идете пешком, то разница вот между автобусом и идти пешком где-то практически минут 10. Нет. Да, то есть если вам нужно куда-то ехать, и вы смотрите там по Google Maps или по какому-то другому приложению, что туда ехать 30 минут, значит, туда идти 40 минут на самом деле. Да, потому что здесь автобусы делают очень много остановок. Очень. Так же, как и метро, и поэтому как бы скорость. В метро мы засекали время, и каждые 20 секунд остановка. Можете себе представить? Мы просто заходим, точнее, мы останавливаемся, и вот начинаем двигаться, проходит всего лишь 20 секунд, и уже следующая остановка. И то есть... Ну, пешее расстояние между станциями, ну, где-то ну, минут 5-6, серьезно. Да. Мы уже несколько раз уже так засекали и обращали, я не понимаю, зачем так обращали внимание. Потому что это вообще убивает просто суть. Да, и он может кажется маленьким, если посмотреть на карту, и да, вот, казалось бы, 100 квадратных километров, но это 100 квадратных километров просто интересностей. Скажем так, здесь очень много интересных мест, и поэтому здесь вот на любую улочку, какую бы ни зашли, вы бы нашли что-то интересное. Да. И на самом деле это то, что здесь вот говорят, что много вот чернокожих, много арабов, китайцев. Да, их здесь много. Но они как бы, они вписываются в всю эту атмосферу, и вот местные... Я не знаю, их не замечают. Да, они никак не выделяются на самом деле. Я вот здесь уже, сколько я здесь нахожусь, там, действительно мы их принимаем как за французов. Вот правда, они вот вписываются сюда, вот все, абсолютно кто здесь живет, несмотря на национальность. И вот даже Джордан, который местный, он говорит, что у них проблемы с иммигрантами, с чернокожими нет. Это проблема людей, которые не живут в Париже, которые говорят, что здесь это проблема. Да, вот так, завуалировал. В общем, они не считают этой проблемой, они вообще про это не думают, и на этой почве у них никаких конфликтов нет. Да. И вот даже... И самые большие патриоты, кстати, чернокожие. Да-да-да. Это правда. Они потому патриоты что... Франции, команды даже ПСЖ. Да, когда я ходил на футбол, там 6 человек было главных, ультрас. И они все были чернокожие, например. В той же сборной Франции по футболу тоже играют много чернокожих. Ну, в общем, чтобы подытожить, проблемы расизма, миграции и всего этого здесь нет. Кстати, у Джордана... Его любимая кухня китайская, потому что он родился и вырос в китайском районе, и он просто, он китайскую кухню ест, китайскую еду ест чаще, чем вообще любую другую. На работе, когда у него перерыв, он ест китайскую еду. Когда японскую. Он с нами... Японскую, да, в общем, азиатскую. Да, и когда с нами гуляет, постоянно покупает что-то азиатское, и советует только азиатское. В общем, да. Мы уже дома... Мы покушали уже, сейчас Дима смотрит футбол, вот, ребята уже, кстати, спать пошли только что, вот, и мы будем отдыхать, кстати, завтра мы уже улетаем, завтра ночью мы улетаем, вот, завтра нас ждут какие-то покупки, вот, и домой, все, вот, всем спасибо за просмотр, всем пока-пока, до следующего влога!